Души измученной постигни суть. Тяжелым и тернистым был мой путь. Я человек с загадкой, помни это. Боролся с тьмой как мог, не обессудь. Выдающийся сын казахского народа, поэт-просветитель, мыслитель, гуманист-демократ, родоначальник новой письменной казахской литературы Ибрагим Кунанбаев, Абай, принадлежит к той когорте людей, которые, невзирая на их национальную принадлежность и вероисповедание, несет добро во все времена.